кстати, уже рожают детей. Хейли Бибер. Хейли Бибер. Ребята, что творится вообще? Шутки шутками. Но это, конечно, привет. Давно хотела знаменитости. Нет, не видела. Нет, к сожалению, нет. Если увижу, обязательно сфоткаюсь. Так, кого я видела? Не, никого не видела. У меня здесь а туалет, но мне так лень туда идти. Мыть руки. Что тебе принести из Казахстана? Ты когда прилетаешь? Я бы хотела... Ай, губа чешется. Финал Лиги Чемпионов будет в Англии. Будет в Лондоне. Когда захочу, тогда. О. Учеба в июне 28-го закончится. О, давай в июле смело. Тогда я хочу... Ну, я тебе напишу, короче. Я не знаю, пойти мне... Блин, я бы хотела. Интересно, билеты остались? Ну, это будет шикарно. Прикиньте, если я пойду, вот это будет, конечно, уровень. Thank you. Аригато. Я бы очень сильно хотела бы, если честно. Просто вы знаете, билеты только до Лондона стоят, типа... Много. Финал Лиги Чемпионов, да. Ой. Отчасти я хочу туда, чтобы... Занимаюсь учебой. Чтобы, типа... Ну, хватит уже. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, школа-интернат. 2 июня. Привет, Киша, как твои делишки? Делишки. Смотрите, кстати, я вот эту вот футболку только вчера получила. Я его заказывала. Как Софишка, я не знаю. Мои классные просто... О, я забыла! Я забыла, я тебе завтра планировала позвонить. Ты сходи на финал, чай выпей. Пики на поле, мне устроить тебе даст деньги. Серьезно? Дули круче. Зачем? Не надо обижаться, у меня просто сейчас такой график. 330 тысяч баксов. Но это не маленькие деньги, блин. Меня, наверное, на такую же сумму оштрафуют за то, что я выбежала. Сомнительно, но окей. Шидомайда. Посмотрим. Поживем, увидим. Я вам докажу обратно. О, спасибо. Что нового? Я тебе завтра позвоню. Но из нового ничего. Вообще абсолютно ничего. 5000 фунтов штраф. Такая. Селвин, hello. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, почему бы и нет такая. Оплачу, если выдержишь. Ой. Смело. Привет, все хорошо, твои как? Ну, там охраны много. Так, не проблема. Меня просто депортнут. Ее выгнали из страны за ее красоту. Шучу. Вот какая-то дурацкая шутка. А жаркин с дома. Ой. Ну, хоть курный мачо за. У меня IELTS 7. Видимо, я. Чё за? Я не помню.
мои дела, хорошо, спасибо. Ты неправильно протер зеркало свое. Что за девочка? На бюджет поступила? Нет. На платку. За что по сей день? Меня ругают. На фильм пойдешь? Говорят, что все отмена. Кстати, пойдем этот... Да, начали снова, да. Пойдем снова этот... Ой, снова говорю. Пойдем... Ай, как это называется? Бесплатный ужин. Пойдем на бесплатный ужин. Говорит, что на ужин вместе их. Почему-то это вот такая... Спасибо большое. Голубо... Нет, и типа... я кушать пойду. По-любому. Там на месте решим, как. Она это был шанс перембадиген. А, Баяна Синтаеван Хаза. Где? Окей. Да. Об этом, короче, мы с тобой поговорим еще, Тамаша. Такая. Ну, нет, она очень красивая. На эфире говорить стоит. Шанс берем вас, Ханекзе. Ты можешь смотреть видео, которое я тебе отправила? Саша, Сулиген, найди мои следы. Рахмет. Медгала. Конечно, смотрела. Давайте обсудим. Вчера все собрались. Серьезно? Что было? А давайте. Да, я в Англии сейчас. Ой. В своем платье. Тайла была милашка такой. Тайла была шикарная. Она была шикарная, ребята. Я увидела, у меня просто челюсть обвисла, если честно. Я такая, вау. Очень красиво. Чей образ зацепил? Вы знаете, были, короче, образы с камнями Сваровски. Это была Ирина Шейх. И там, короче, такая... Черная девочка в голубом таком образе. Очень понравился. Какая тематика была Медгалы? Тематика — это красавица и чудовище, а дресс-код — сад, время, сад. Что такое, короче. О, классно, Ваул. А вас чей образ? Я из Казахстана. Я из Алматы. Да, я уже... Сад времени. Во-во-во. Сад времени, да. Я уже не в Алмате, да. Танцуй. Поцелуй. Французский. Да. Вы знаете, я когда использую одну бумагу, у меня, короче, я все начинаю протирать. Трудно учиться в Англии. Я бы не сказала то, что легко. Почему не Америку выбрала? Потому что Америка слишком далеко. Англия для меня уже далеко, по сути. И из-за чего меня, мои родители хотят перевезти куда-нибудь в Турцию, либо в Дубай, чтобы было ближе. А так, Англия — это совсем далеко уже. Ехать туда, ой, лететь туда день. Поэтому, да, не хотелось бы. Так, все, протираем. Дефолт образ. Чей не понравился? Я разочарована в Кайли Дженнер. Ну, ребята, что за фигня, блин?